Всем привет, вы на канале Денис ТВ. Сейчас я иду чистить свою машину. Как замело, друзья. Смотрите-ка, какая красота. Охренеть. Вот это вот зима, я понимаю. О, как красиво там в лесу. Камера не передает. Не передает камера. Очень жалко. Сугробы, как в Чувашии. Охренеть, сейчас буду чистить свою машину. Так, идем, друзья, идем к моей машинке. Как красиво, посмотрите-ка. Как красиво вообще. Снежок еще такой идет. Я, кстати, заболел. У меня горло вообще. Голос сел. Не знаю, вы меня слышите, вообще не слышите. Потому что голос у меня слабый. Вон моя стоит. Красотка. Вся заснеженная. Стоит. Люди снег чистят, тоже с машин снег чистят. Мужчина чистит снег. Вот это моя машинка вся в снегу. Охренеть, и как мне выезжать? Вообще. Друзья, открыл машину. Вот. Какой слой снега, смотрите. Видите? Вот сколько сантиметров, интересно. 10 сантиметров. Да, 10 сантиметров. Охренеть. Охренеть. Так, выхожу из машины. Завел. Теперь надо вылезти. О. Ну, снега, конечно, вообще. Я прям не налюбуюсь. Очень много снега. Так, сейчас будем чистить. Сейчас я ее так дверь закрою. О, бля! Смотрите, все на меня упало. Так, давайте будем чистить. Сейчас так возьму. Другую руку. Все на меня падает. Так, давайте будем чистить. Почистим сейчас. Блин, стучит там, уродец какой-то. Записывать не дает. Зараза. О, как много снега вообще. Ладно. Сейчас. Друзья, снега, конечно, вообще очень много. Я только вот такую часть очистил. А еще целую машину чистить. И как мне выезжать, интересно? Охренеть. Хочу передать большой привет Диме. Он живет в Англии, в Великобритании. Дима, привет. Привет, привет. Соскучился, говоришь, по снегу? Сейчас я тебе покажу снег. Московский снег, московские сугробы покажу. Сейчас я покажу. Вот, видишь? Все заснежено. Смотри. Вон, тропинки себе делаю. Смотри. Все в снегу. Все в снегу. Так, друзья, я почистил машину, расчистил все. Сейчас буду здесь вычистить лопатой.
и буду выезжать. Друзья, я все вот полностью сейчас вот расчистил машину. Так, сейчас вот я взял вот лопату в багажнике и буду чистить себе дорожку здесь. Иначе я просто не смогу выехать. Я уже в машине, уже полностью практически машину очистил. Вот посмотрите, какая у меня шикарная панорамная крыша. Сейчас я уже поеду. Но, ой, у меня нос, ой, я извиняюсь. Но, прежде чем поехать, хочу записать видеоотзыв о ребятах. Ой, горло вообще отвратительно, болею я. Значит, отзыв о ребятах. Антон и Эдик. Эти ребята мне отремонтировали машинку быстро, качественно и недорого. Досталась им моя машина в очень плохом состоянии. Они мне практически перебрали мотор, подвеску, все отремонтировали практически, коробку. Там тоже почистили, значит, все масло новое поменяли, какие-то запчасти поменяли, новое все поставили. Какие-то другие запчасти мне тоже все отремонтировали, поменяли. Вот. В общем, я очень ими доволен и вам хочу, друзья, посоветовать их. Если у вас машина Peugeot, Citroёn, значит, пишите, звоните, обращайтесь к ним. Кстати, у Антона и Эдика очень много различных акций. Очень-очень там акции, практически там ремонт чуть ли не даром практически идет. Там куча-куча подарков. Там столько-столько вообще скидок. Так что пишите к ним, звоните, записывайтесь. И будьте счастливы. Вот только к ним теперь и езжу. Только к ним и езжу, потому что ребята гуру своего дела. Ангелы, просто ангелы. Так что, вот, всем удачи. Все, я поехал. Друзья, посмотрите, как красиво.